Эта штука работает? У меня не так много времени. Они идут за мной, но я должен рассказать правду. Надеюсь, это видео попадет к вам в целости и сохранности. Если вы его посмотрите, то узнаете секреты, которые мы, продавцы телефонов, никогда вам не рассказали бы. Как только вы заходите в магазин, его оформление уже подталкивает вас к покупке. На стенах модели телефонов, которые можно потрогать и опробовать. Самые дорогие, конечно же, на уровне глаз. В центре стоят столы с моделями-тестерами. Это заставляет покупателей двигаться по кругу, что, как доказано, позволяет им чувствовать себя комфортнее и охотнее тратить деньги. А потом к вам с широкой дружелюбной улыбкой подхожу я. «Привет, как я могу вам помочь?» В действительности я имею в виду другое. «Что я могу вам продать?» На самом деле мы больше зарабатываем на продаже аксессуаров и программ, чем самих телефонов. Так что мы часто их предлагаем. И мы знаем, вы платите за удобство. Вы покупаете новый телефон, и, конечно, вам нужен чехол, защитное стекло, держатель. Все то, что по счастливой случайности тоже есть в магазине. Даже если я заинтересую вас невероятной скидкой, вы все равно больше сэкономите, если закажете все это по интернету. Не покупайте новый телефон, как только закончится гарантия на старый. Подождите немного, пока не появлюсь я со специальным предложением. Видите ли, я не хочу потерять клиента, так что лучше дать вам скидку и не допустить, чтобы вы ушли к конкурентам. У нас, продавцов, есть план на определенное количество клиентов в месяц, которым мы должны продать нашу продукцию. Поэтому мы больше заинтересованы в том, чтобы продать вам телефон в конце месяца, чем в начале. Мы готовы предоставить вам скидку, только, пожалуйста, дайте нам выполнить план. Не поймите меня неправильно, это не значит, что мы злодеи с гениальными идеями. Просто бизнес таков, что нам приходится кое-что скрывать от покупателей. Моя работа и зарплата зависят, например, от количества проданных гарантий. Так что не злитесь, я просто выполняю свою работу. Но не нужно пугаться. Наша быстрая и уверенная речь может ввести вас в ступор. Но именно вы контролируете ситуацию. Помните, зачем вы пришли. И если продавец предлагает вам что-то, что вам не нужно, просто не покупайте это. Когда вы видите низкую цену на хороший телефон, не стоит брать его сразу же. Здесь явно есть подвох. Вам могут предложить еще более низкую цену или вообще отдать телефон бесплатно. Но придется подписаться на новый кабельный пакет или выполнить и заплатить другие условия. Если хотите разорвать контракт с продавцом, скажите, что переезжаете куда-то, где его услуги не предоставляются. Даже если вы уже подписали двухлетний договор, этот трюк поможет не платить за досрочное расторжение. Мы не будем проверять, правда это или нет. Люди сегодня и 5 минут без телефона прожить не могут, но никогда не берите его в ванную, когда принимаете душ. Пар проникнет в телефон и повредит внутренние компоненты. Может, от одного раза ничего плохого не случится, но ваш гаджет в конце концов из-за этого сломается, как если бы вы просто уронили его в воду. Мегапиксели на самом деле не имеют значения. Когда выбираете телефон, больше внимания обращайте на диафрагму. Чем меньше число, тем лучше. И такие функции, как двойная линза и оптическая стабилизация изображения. Все же спрашивают про мегапиксели, и у нас на это есть уверенный ответ. Но если вы начнете спрашивать про другие особенности камеры, то, возможно, застанете эксперта по телефонам врасплох. Процессор тоже больше не важен. Если вы не собираетесь играть в игры и исследовать дополненную реальность на своем телефоне, не ищите мощный процессор. Сегодня процессор любого среднего телефона подходит для общего пользования. Если вы сомневаетесь в том, что мы продаем, то мы попытаемся заинтересовать вас пробной версией на месяц. Но это еще не значит, что она будет бесплатной. Так что будьте аккуратнее и всегда задавайте правильные вопросы. И не соглашайтесь на то, что вам не нужно, неважно, насколько это круто и необходимо на первый взгляд. А теперь поговорим об аккумуляторе. Обратите внимание на режим разговора и режим ожидания. В первом случае речь идет о том, сколько продержится батарея во время использования телефона, а во втором – если гаджет не трогать. Они оба очень важны, если вы не хотите повсюду носить с собой зарядку. Ни один покупатель еще ни разу меня об этом не спросил. А зря. Чем мощнее ваш телефон, тем больше энергии ему нужно. Вы уверены, что готовы постоянно заряжать смартфон, несмотря на то, что он быстрый и многофункциональный? Обычно нет. Так что выберите более простой вариант. Люди любят покупать телефоны известных брендов, продающиеся чуть ли не за $1000. А мы, продавцы, любим получать комиссию. Но есть смартфоны, которые стоят намного меньше, но при этом они совсем не хуже. У них те же функции, что и у дорогих, но при этом половина ваших денег не уходит на рекламу.
Если вы все равно хотите купить телефон известного бренда, наберитесь терпения. Нет возможности купить его сегодня? Купите через год, когда стихнет шумиха. Когда продукту начинают уделять меньше внимания, его цена неизбежно падает, а магазину нужно избавляться от устаревших моделей. Кроме того, всегда лучше подождать. Время покажет, действительно ли вам нужен новый гаджет. Когда какой-то продукт попадает вам на глаза, мозг реагирует так, будто это то, без чего вам никак не обойтись. Но спустя время химические вещества у вас в мозге успокоятся, и вы сможете принять взвешенное решение. Когда собираетесь покупать телефон, составьте список нужных характеристик. Если хотите звонить друзьям и иногда сидеть в интернете, зачем вам невероятно дорогой смартфон с крутой графикой для игр? Не покупайте телефон с ненужными функциями и сэкономите кучу денег. Мы всегда пытаемся продать вам приложения, которыми все пользуются, ведь они просто must-have. Вы наверняка не расслышали все эти разговоры. Дело в том, что большинство этих приложений можно купить дешевле или вообще найти бесплатные аналоги. То, что вам предлагает продавец, не обязательно самое лучшее. Если вы превышаете установленное количество минут, сообщений и гигабайтов, позвоните нам, чтобы сменить тариф. Лучше заплатить за смену тарифа, чем постоянно платить за дополнительные минуты, сообщения и информацию в интернете. Вы наверняка видели рекламу по телевизору с суперпредложением специально для вас. Правда, время на него ограничено, так что поторопитесь! Вам нужно лишь написать или позвонить по указанному номеру телефона, и это абсолютно бесплатно. Но выполнив все условия, вы соглашаетесь на дорогие услуги, от которых даже я не смогу вас спасти. Всегда смотрите отзывы на телефон, который собираетесь купить. Так вы легко узнаете его слабые стороны, еще даже не воспользовавшись им. И при продаже мы, конечно, тоже о них не упоминаем. В отзывах есть вся необходимая информация. Ну все, я слышу шаги. Надо бежать. Надеюсь, мои советы вам помогут. Удачи с покупкой телефона! Пожелайте удачи и мне. Если сегодня вы узнали что-то новое, поставьте лайк этому видео и поделитесь им с друзьями. А вот еще крутые ролики, которые могут вам понравиться. Просто нажмите слева или справа и присоединяйтесь к Эдми.